У нас часто, ну, такое винегрет между тем, что мы проинтуичили, и тем, что мы нафантазировали. То есть мы, ну, не знаем, это продукт несварения желудка, и какая-то химия поступает в мозг, или мы действительно что-то предчувствуем. Здесь хорошо наблюдать обратную связь, да, она обычно очень тонкая. То есть ты проинтуичил, и потом смотришь, как, ну, типа, потом смотришь, как развиваются события. Смотрите, если они развиваются в том же направлении, что ты проинтуичил, у тебя происходит усиление сигнала по цепочке обратной связи. А те неправильные сигналы, которые мимо кассы, они получают негативный фидбэк. И они, ну, демоушен. То есть у нас есть промоушен и есть демоушен, да? То есть, соответственно, у вас все импульсы фейковой интуиции, они будут, ну, знаете, как неудачные штаммы коронавируса, они будут, ну, умирать, уходить в тупиковые ветви какие-то. А вот эти правильные импульсы, они будут получать подпитку и будут продвигаться, становиться там, я не знаю, начальником отдела, цеха, директором завода, может дослужиться до президента, не знаю.